Всем доброго здоровья, здравствуйте. В эфире программа «Маразм крепчает» с Виталием Черниковым и Дмитрием Мартышенко. Сегодня мы попробуем выяснить, кто у нас в областном руководстве самый главный начальник. Кто-то скажет, что самый главный у нас губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов. И с юридической точки зрения будет прав, губернатор является по закону высшим должностным лицом региона. Однако некоторые сведущие люди утверждают, что областная политика находится в руках совсем другого человека, председателя законодательного собрания и по совместительству начальника областной «Единой России» Виктора Бабурина. Хотя ничего плохого нет и в этом. Депутаты обязаны контролировать исполнительную власть, в том числе и высшее должностное лицо области. И в этом смысле руководитель депутатского корпуса должен обладать и силой, и влиянием, сопоставимыми с влиянием губернатора. Причем тут маразм, спросите вы. Вроде бы пока все ясно и логично. Два больших начальника, один командует, другой контролирует. Однако все не так просто в этом мире. 30 октября в законодательном собрании Калужской области проходили публичные слушания по проекту бюджета Калужской области на 2015 год и прогнозу на 2016-2017 годы. Смысл подобных слушаний в том, чтобы на них высказали свое отношение к бюджетной политике обычные граждане, жители городов и сел региона. В отсутствие публики, граждан, такие слушания превращаются в производственное совещание. Чтобы этого не произошло, закон требует в обязательном порядке приглашать на слушание граждан, собственно, публику. Что органы власти, хотя и с неохотой, но все-таки делают. Как правило, граждане на приглашение откликаются тоже без особого энтузиазма, поэтому залы слушания чаще всего заполняются чиновниками и студентами. Зато потом чиновники любят попенять не явившимся гражданам на их граждан низкую активность. Так вот, к вопросу о том, кто у нас главный. В тот день, 30 октября, граждане на слушание, как ни парадоксально, все-таки пришли. Их было немного, порядка 10 человек, но на слушание их не пустили, сославшись поначалу на отсутствие свободных мест в зале. Весело. Однако настоящий маразм не в этом. Переговоры с охраной и ссылки на законы, федеральный и областной, к положительному результату не привели. Людям дали отворот-поворот. В связи с чем одна из пришедших калужанок обратилась в прокуратуру с требованием дать ответ по факту нарушения прав граждан на участие в публичных слушаниях. Прокуратура перенаправила обращение в адрес ЗАГС Собрания, и его председатель Виктор Бабурин такой ответ гражданке дал. А теперь внимание, зачитываю текст. Рассмотрев ваше обращение, сообщаю следующее. Порядок входа в административное здание по адресу город Калуга, площадь Старый Торг, дом 2, урегулирован инструкцией о пропускном, внутриобъектовом, режимах и охране в административном здании по адресу Калуга, площадь Старый Торг, дом 2. Таким образом, вход в административное здание осуществляется на основании утвержденного порядка, который, пишет Виктор Бабурин, не может быть нарушен. То есть инструкция по проходу в здание является документом, стоящим по статусу выше и областного, и федерального законов. И изменить ее положение, по мнению Виктора Бабурина, никак нельзя. Судя по всему, и никому. Кроме ее автора, каковым является человек со знаковой фамилией Таран. Я могу пройти на публичное слушание? Вы можете пройти, если подан список. Здравствуйте. И заверен руководителем здания. А именно... Юрий Евгеньевич Таран. Итак, ответ на вопрос о том, кто в области самый главный хозяин, найден. Это директор государственного казенного учреждения Калужской области, дай бог выговорить, управление административными зданиями администрации губернатора. Зовут его Юрий Евгеньевич Таран. Судя по всему, он стоит выше и Бабурина, и Артамонова, да и закона. Кто представитель? А почему вы так, сейчас? Игорь, я прошу. Она для судебного позора. Действуйте согласно инструкции. Действуйте согласно федерального закона. О, как! Маразм крепчает, товарищи. В эфире была программа с одноименным названием с Виталием Черником и Дмитрием Мартышенко. Всего вам доброго, до свидания.